Ну вот для чего люди, они знают, что они поедут в этом ряду, едут в том, просто уперто, а потом начинают перестраиваться сюда, видя, что там стрелка. Ну неужели ты, ну ладно, едешь ты тут первый раз, не знаешь, к примеру. Но скорее всего ты знаешь. Что, на этой неделе погода нас радует теплом, при этом буквально каждый день идут какие-то осадки, то дождь, то просто морось, то мелкий дождь. Ну, такого прям сильного дождя не было, но примерно одинаковая погода целую неделю. Что интересно, синоптики так и говорили, что будет всю неделю облачно, мрачно, так мрачно, но из мрачноты в веселье, и будут осадки бесконечные. Вот, слушайте, прям синоптикам можно пожать руку за то, что они, ну, прям предугадали этот прогноз. Но ведь прогноз — это лотерея своеобразная. Ну и лотерея, кстати, новая вот эта лотерея, да, которую рекламирует по телеку один известный комик Хрусталев. Я уже сыграл пару раз, 1000 сначала, на 1000 билетов купил, с этой 1000 мне вернулось только 400 рублей. А второй раз купил билетов на эту 400 рублей и получил 0 рублей. Вот теперь думаю, стоит ли еще играть или не стоит, как вы думаете? Ну, а старое доброе русское лото, ну, которое входит в вот эту всю корпорацию 100 лото, там как-то пободрее, но там и билеты подороже. Например, русское лото уже стоит по 150, а эта лотерейка пока по 100. Но в системе 100 лото есть, например, золотое подкова, которая стоит 100 рублей. И там тоже, кстати, нормально можно выигрывать, то есть, но за последнее время, за последний год, наверное, самый большой выигрыш со 100 рублей я выиграл только 500, ну, соответственно, минус 100, это 400 рублей плюсе. Ну, такая вот лотерея, да, вот с погодой лотерея и лотерея именно вот розыгрыш, да. А сегодня, на самом деле-то, мне повезло, я сегодня на перекрестке на своем был единственным. Хотя время уже такое, что машины-то должны быть. Но я подъехал, был один. Ух, повезло, может быть, стоит купить билетик и в лото, и тоже мне повезет, и я выиграю какую-то крупную сумму. А это по-прежнему телефон Техно Камон 19. И так как я вижу белый свет, скажем так, вот в этом ноябре только утром, когда еще только будет восход скоро, и вечером, когда уже опять темно, то вот снимать и вот эти все съемки у меня вот какие-то в темное время суток получаются. Но Камон 19 справляется со своей задачей просто на 200%. Это качество 2К. Все, что необходимо снять, он снимает. Все видно, все слышно. Звук неплохой. Качество видео неплохое для такого бюджетного телефона. И сам телефон радует своей надежностью, своей автономностью, удобством использования. Что еще могу сказать? Экран очень приятный, большой такой, чуть-чуть вытянутый. Мне прям очень-очень заходит. Надеюсь, и те, кто купит себе такой телефон, а мои видео, возможно, вам в этом помогут, да, определиться с выбором. Если вот вы так же, как и я, любите снимать видео, любите снимать свои видеовлоги, блоги, то, кстати, здесь есть еще и разъем 3,5 миллиметра. Для кого-то это будет подспорьем, потому что у многих уже такого разъема нет.
А у вас, например, наверняка много проводных наушников, которые необходимо использовать, куда-либо подключать. Так что мое видео носит исключительно информационный характер. Я за свои деньги покупаю какие-либо устройства, потом вот тестирую их, пользуюсь и продаю снова на Авито вот счастливым следующим пользователям. Такое вот у меня увлечение, что ли сказать, интерес мой вот именно такой. Купить устройство, попробовать его, рассказать о нем в роликах и далее уже дальше продать. И смысл продажи, чтобы купить новое устройство, о котором снять еще следующий ролик. Мне устройство кто-то специально не дает, то есть у меня нету никаких компаний, которые мне вот говорят: вот, возьмите устройство на обзор, делайте с ним что хотите. Ну и кто мне будет предлагать, у меня там всего-то 600 подписчиков. Это нужно 10 тысяч хотя бы, может быть, подписчиков, и тогда вам что-то предложат. Но я надеюсь, вдруг кто-то смотрит и кто-то решил мне предложить, я с удовольствием возьму на обзор технику и расскажу о ней правду. Спасибо, что вы у меня есть. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписан. Всего вам наилучшего и отличной пятницы.